Привет, дорогие друзья, добро пожаловать, и мы сегодня еще посмотрим один мод на Friday Night Funkin'. Значит, сегодня у нас будет еще один персонаж из мира крипипасты. Значит, суицидный Микки Маус. Если кто помнит еще такого, я думаю, некоторые помнят, те, кто увлекались и читали крипипасту. Да, там был такой у нас Микки Маус, который типа идет, якобы потерянные кадры из мультика Уолта Диснея. Он идет, грустит, и после этого наступает полный конец. Но тут у нас Микки Маус не грустит, дорогие друзья. Тут у нас Микки Маус ждет рэп-баттла. И значит, да, вот как раз можете заметить. Вот Микки Маус идет, да-да-да, это вот все с крипипасты взято. Просто вообще класс. Погнали, стори мод. Так, вау. Так, подожди, туториал. И вот это. Ну, поехали сначала туториал посмотрим, дорогие друзья, потому что тема очень-очень интересная. Так. Так, и насколько здесь? Все персонажи черно-белые, это круто. Так. Ну, тут трек идет минуту. Блин, тут обычный туториал. Я думал, тут будет что-то такое, прям этакое. Но пока настолько подготавливают к Микки Маусу, поэтому, в принципе, 40 секунд, я думаю, мы подождем, пройдем этот туториал и как раз начнем смотреть крипипастного Микки Мауса. Да. Так. Вообще очень интересно, вот знаешь, я нашел сайт, где находится дохренище всяких разных модов, и вот прям сегодня меня прет на эти моды. Я тебе скажу, прям каждый мод вообще по-своему интересен. Так. Но все-таки я чуточку сделаю игру потише, то чувствую, что меня игра немножко перекрикивает. Окей. Ну, туториал мы прошли быстро, в принципе, ничего такого тут сверхъестественного нет. Ну что, дорогие друзья, переходим к Микки Маусу, режим нормал. Посмотрим, что там будет, потому что я не знаю, какая скорость и что там вообще задаст разработчик. Так, интересное начало. Так. Этот отсчет немножко пугает, но все-таки. Ага, вот Микки Маус идет. О, ё-моё, музыка взята из вот как раз вот этого оригинального видео крипипасты. И тут нам попадается boyfriend's girlfriend, и он говорит, хочешь рэп-баттл? Он такой, ну почему бы и нет? Окей, заметано. И все. Начинается рэп-баттл. Ух ты, а он прикольно поет. Так, очень даже мило. А чё так много-то клавиш, так сразу задействовали? Так. Окей. Первый раунд был довольно-таки легким. Так, ребята. Микки Маус что-то задумал. Так, вдруг ни с того ни с сего его начало что? Типа плющить после этого. Так, ну. В принципе, согласились на второй раунд. Окей, поехали. Так. Стой, подожди. Так, эта песня. Чего, ты хочешь продолжить, типа, процесс
песен, ну, в принципе... Поехали дальше! Что за хренотень, дорогие друзья? Что с ним произошло? Охуеть! Так! Нагрузочка, ребята, нагрузочка дичайшая просто! Так! Охренительно! Я не знаю, как мы справляемся, но что-то выходит. Это что за херня такая вышла только что? Ты видел? Ты видел, там вместо стрелочек что-то другое поплыло? Офигеть. Да, Микки Маус разозлился не на шутку, дорогие друзья. Оказывается, в этот момент не надо нажимать. Окей. Фух, ну что ж, третья песня, дорогие друзья. Я даже не представляю, что там будет. На второй его вообще просто разнесло по полной. Так. О май гад. Мне это уже крайне не нравится. Ну что ж, поехали. О боже. Так. Микки Маус постарел вдруг и ни с того ни с сего очень сильно оскалился. Так. Надеюсь, продержимся, дорогие друзья. We'll be right back.
ребят, ну невозможно, ну просто вообще невозможно там как-то пройти. Хотя не, я знаю, что возможно, но просто вот когда трясется этот экран, еще плюс все черно-белое, просто, ну, я не могу уловить. Я не могу нормально уловить эти стрелки, понимаешь? Это просто жесть. Я не думал, что так начнется трясти экран, что прям вообще ничего разглядеть будет невозможно. Ух. Жесткая песня, просто вообще вот последняя, я не знаю, последняя или точно, но прям Микки Маус хардкорит по полной. Но я не могу ничего разглядеть, дорогие друзья. Я просто жму рандомно клавиши. Я не понимаю. Вот этот момент наступает, ну просто, ну невозможно там играть. Я не знаю, если мы переключимся на сложность изи, я хрен его знает, как там будет, но это нормал. Это нормал, и тут просто вот хардкор происходит жесткий. Ну, ребят, это просто жесть. Это просто жесть. Я не знаю, у меня рука уже просто болит, я тебе скажу вот честно. Вот, вот прям ноет, вот знаешь, вот. Это жестко. Вот то, что здесь задают разработчики, это просто жесть. Но я знаю, мы бы его прошли, если бы не трясся бы экран. Вот правда, вот эта тряска экрана все портит. Но все равно какие-то в каждом моде подводные камни, то какие-то стрелки убийственные, то тряски экрана, господи. Вот у меня уже, понимаешь, у меня уже не справляется рука, понимаешь? Я же постараюсь как-нибудь все-таки хоть половину песни запилить, если мы сможем. Но по сути дела мы больше половины песни тут прошли. Так. Но, ух, у меня уже, правда, рука уже не та. Ой, ребят, может, в следующей серии продолжим, а так это только режим нормал, и Микки Маус просто уже не тот. Ой, жесть, вообще. Но мне мод понравился, дорогие друзья. Мод шикарный, очень даже веселый. Ну, как сказать... Персонажи, конечно, тут не очень веселые, но сам мод мне очень даже зашел. Вполне себе очень даже неплохо. Ну вот как-то так.
будем смотреть в следующих сериях еще всякие разные моды. Возможно, если кто хочет, можем, конечно, попробовать пройти этого Микки Мауса хоть на изи сложности уже в следующей серии. Посмотреть, что там хоть будет после третьей песни. Вот. А пока что на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.